Здравствуйте. Сегодня 4 июля 2018 года. В эфире Алексей Шишов. Вот каким наблюдением хочу поделиться. Съездил сегодня. Ножи мне были болтики М8 на 30 мм шестигранной головкой. Поехал в магазин. Висит стенд, стоит стенд с крепежом. Развешен, расфасованный мелкими партиями крепеж. Беру болтики. Болтики М8 на 30. 10 штук в упаковке. Замечательно. Положил в корзину. Ищу смоконочные гайки. Висит пакетик гаек самоконтующихся М8 в упаковке 14 штук. Ну ладно, повеселился. Посчитал, что чтобы привестись к общему знаменателю, надо, соответственно, 7 к 70 приводиться. То есть 5 таких, 7 таких. Ну, как бы, типа, так, смешно, ну и ладно. Ищу шайбочки. Беру шайбочки М8, большие, как мне и надо было. А их в пакетике, ребята, 15. То есть, кем надо быть, чтобы так... А, кем надо быть? Надо быть ООО «Партнер ПАК», Санкт-Петербург, улица Софийская, 54, литер А. Чтобы так паковать... Ну, то есть, чистый маркетинг. То есть, по шайбам, чтобы привестись по шайбам, следующая цифра, к которой приводится, 210 гаечек, болтов и шайб. То есть, 14 этих упаковок... 15 упаковок гаечек и 21 упаковка болтиков. То есть дальше надо... Да, и причем не то, чтобы я взял первые попавшиеся. Просто другой упаковки как бы типа не было. Даже, ну, по две не было. Причем кому пришло в голову, что шайбы надо упаковать по 15? Нет, по 15 даже легче объяснить, чем по 14. Мы вроде живем в мире метрическом, ну, по крайней мере, в нашей стране. То есть вообще все приводится обычно в десятку. Ну, полтора десятка... Хоть как-то. Почему 14? Почему не 13? Не 12? 12 хотя бы дюжина. Почему, блядь, 14? Вот такая вот забавная военно-морская история. Всем спасибо, всего доброго.